В ДСУВД Минской области обратилась минчанка с просьбой оказать помощь в поиске ее 30-летней знакомой, жительницы Минского района, которая давно не выходила на связь. Женщину также волновал тот факт, что знакомая 27 июня текущего года родила ребенка, местонахождение которого также не было известно. В ходе проведенных мероприятий была получена информация о том, что женщина находится в одной из столичных больниц города Минска в состоянии наркотического опьянения. Прибывшим сотрудникам милиции она пояснила о том, что ей неизвестна судьба своего новорожденного ребенка. В ходе проведенных мероприятий была получена информация о том, что ребенок может находиться на одной из квартир города Минска, имеющей репутацию притон. При посещении вышеуказанной квартиры ребенок был обнаружен в коридоре в детской коляске. Рядом была бутылочка со смесью, которой подкармливали ребенка время от времени проживающие там люди. Далее ребенку была вызвана скорая медицинская помощь, а также сотрудники ИДН города Минска для того, чтобы изъять его из этой квартиры и передать сотрудникам скорой медицинской помощи. В настоящее время ребенок находится в детской инфекционной больнице города Минска. С ним все в порядке.